Православные сегодня отмечают один из 12 великих праздников церковного календаря – Преображение Господне. В народе этот день называется Яблочным Спасом. Символом праздника является яблоко. Традиционно принято считать, что именно в середине августа на восточнославянских землях этот плод набирает свою полную силу. Яблоки, как и другие дары сада, сегодня принято приносить в церковь и освящать. Мы переносим первые плоды, все самое лучшее, для того, чтобы посвятить их Богу, отделить их от всего остального и посвятить их именно Ему. И через это мы встречаемся с Богом. Но мы не должны на этом останавливаться, мы должны идти дальше. Священство в этот день одевает белые одежды, в храмах проходят праздничные литургии.